Привет, друзья мои! Супер, что заглянули к нам на канал. С вами Виктор. Сегодня готовим классный салатик из свеклы. Будет очень вкусно. Поехали! И для начала нам нужно натереть на крупной терке отваренную свеклу. И дальше нарезаем одну небольшую луковицу. Вот так вот на четвертинки. Лук, друзья, в этот салат я слегка подмариновываю яблочным уксусом и сахаром, чтобы убрать лишнюю остроту. Щепотку сахара и немножко яблочного уксуса. И все хорошо перемешиваем. Дальше у нас пойдут пару маринованных огурчиков. Тоже нарезаем их на четвертинки. Пару вареных яиц. А также, друзья, у меня еще здесь филе замечательной селедочки. Такое вот классное, жирненькое. И это филе мы тоже порежем вот так вот, салатик. Отлично будет. Я, пожалуй, еще пополам разрежу. Крупновато получилось как-то. И осталось только нарезать свежего укропа. И теперь отправляем наш маринованный лук в салат. Вместе с уксусом, как он есть. Отлично будет. Ну а заправлять мы наш салат будем майонезом и дижонской горчицей. Горчица у меня с небольшим добавлением меда. Поэтому, если у вас нет такой горчицы, возьмите просто какую-нибудь неострую горчицу и немножко меда, если хотите. Если не хотите, и так будет классно. Ну, с медком медово-горчичный соус очень отлично сочетается с рыбой. Поэтому я вам советую. Ну и, конечно же, соль и черный перец. Помните, что селедка соленая. И свежемолотый. Ну и осталось только все аккуратно перемешать. И наш салатик готов. Ах, красота какая. Ну вот, мои дорогие, вот такая вот вкуснота у нас получилась. Смотрите, все очень просто готовится и потрясающе. Сейчас немножко настоится и, блин, огонь. Салат, закуска, хоть на каждый день, хоть на праздничный стол ставь. Сейчас попробуем. Вот такая вкусняха. Обожаю свеклу. А здесь еще и с такими ингредиентами. Так это вообще пушечка. Ну что, огонь? Попробуем, что у нас тут получилось. Ребятки, это пушка. Есть что-то дальнее напоминание селедки под шубой, но это не селедка под шубой. Здесь нет картошки, морковки, здесь есть соленые огурчики. Но оно... Достойный салатик, прям на ура. М-м-м.
Это будет мой фаворит. Очень вкусно. Потрясающее сочетание. Маринованный лук. Лук промариновался. Не острый, приятный. Легкая такая, селедочки вкус. Класс. Просто класс. Маринованные огурчики. Не могу оторваться, извините. Супер. Очень вкусно. Друзья мои, ну а вам я желаю всего хорошего. Готовьте обязательно салатик на праздники. Пишите отзывы. Смотрите другие наши видео. Кстати, кто не подписан, подпишитесь. Вам не сложно, нам приятно. До новых встреч, друзья. Пока-пока.